Ну что, турист? Тяжело нести свою ношу. Смотри, это чужая палатка. Где чужие палатки? Угу. Смотри, мне видно нашу машину. Да. Мы не дошли пока. О, смотри, речка. Мама, это как называется? Называется море. Море. Балтийское. Понюхает запах. Это запах костра. Да? Угу. А тут не пахнет, тут какашкой пахнет. Смотри, это мусором пахнет. Шашлыком, Артур, пахнет и морем. Да, вот смотри, он плескается. Помнишь, другой мальчик меня плескал звездочкой? Угу. Да, плескал. Пойдем туда. Ну, давай. Вот туда, туда. Не, давай туда. О, смотри, чья-то водочка. Кто-то, ой, кто-то ищет. Кто-то ищет, наверное, сокровище. Сокровище. Кто-то хочет сокровище найти. Кто-то хочет сокровище. Сокровище. Это не мое сокровище. Мам, пошли. Вставай. Кто-то на лодочке отправляется. Он не слышит, у него там наушники. Камня будем. Давай у этого камня. Давай до этого. Базируемся. Тут будет наш база дом. Артура. Ну дай тут. Все. Все? Пошли. Тут будем? Да. Все, ну я давай. Пошел купаться. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh,
кокер-спаниель. Артур, а что это ты тут делаешь? Играю. Во что? Минкрафт. Мама, ты да видишь? Да ладно. Мам, видишь, тут один только парень. А, кусай. Угу, понятно. Угу. А другие сли? И получается у тебя играть? Угу. Как успехи в игре? Может быть, сделаешь паузу? Mm-mm. Нет. Mm-mm. Ну, одного нашел. Вот. Ага. Вот такая красота. Тут можно в Майнкрафт не играть, а гулять. Огурчики. Класс. Артюшенька, что я несу тебе? Смотри, что бабушка принесла. Какие помидорчики. Какие у нас огурчики, Артюша. Помидорчики, огурчики. Морковочки. Я топор. О, да ты что? Сейчас мама тебе почистит. И а это зомби, видишь, зомби большой. Да? Да, я его атаковаю. Ой, какая прелесть. Как хорошо. Надо... Это тател корабль? Зачем? Да он упал. Не, смотри, он обратно всплыл. Дрифт! Подрыгаться. Милое дело, правда? Да. Чем-то надо заняться. Пиу! Это как мы тут всей компанией раньше. Да. Ой, правильно, сколько играли. Помнишь, у нас тут тоже была? Кто сделал-то тут ведь? Вот ты вот так вот за это держи. Вот сюда и вот так. Вырушим. А то есть иди сюда. Главный помяс. Да, молодец, помощник. Как хорошо получается с тобой. Ой, как замечательно. Шашлык будет вкусный. Самый большой шашлык получишь ты. Как? Потому что ты так хорошо себя ведешь за твое прилежное поведение. Я не буду себя пулять. Не будешь плохо вести, только хорошо накрути вот этот. Спасибо большое. Спасибо большое. Артур, пойдем туда, к камню. Туда, пойдем.